Орловчанам предлагают подружиться с дружбой. Фотовыставка «Год дружбы с мостом» открылась в библиотеке имени Бунина. Автор экспозиции – журналист Ирина Крахмалева. На протяжении 12 месяцев следила за судьбой строения. Все фотографии, говорит автор, живые. На некоторых запечатлены проблемы, которые сопровождают период ремонта. На других – повисшие в воздухе вопросы, на которые до сих пор нет ответов. А какие-то являются социальным рассказом о российской действительности на примере одного провинциального города.